А зимая пшеница роскошна. Хорошо выглядит. Вообще все остистые формы, они выглядят хорошо. То есть создают впечатление густоты. Можно кепку бросить, она не провалится. Но иногда это обманчиво, иногда это соответствует. Только, может быть, один из остистых сортов, который не обманывает практически никогда, но который я знаю, это вот губернатор Дона, по которому можно понять в любом случае, даже то, что он остистый, какая будет урожайность приблизительно. Губернатор Дона в этом плане не обманывает. Но здесь тоже урожай, он виден именно по колосу, а по наливу, по плотности, по количеству сформировавшихся зерен в колос, в каждом колоске. То есть тут и 4, и 3 есть. И по количеству колосьев. То есть здесь и хороший стеблестой. Поэтому здесь где-то можно рассчитывать при удачном стечении обстоятельств во время уборки на урожайность в 70 центнеров, а может быть даже больше, благодаря тому, что климат в этом году для зерновым позволяет подходить или созревать более равномерно, наливаться, то есть нет резких таких колебаний температурных. То есть прохладная погода плюс почва влажная, то есть это позволяет получить более высокую массу тысячи, сформировать больше количества зерен в каждом колоске. То есть пока только от этой погоды получают плюсы зерновые и колосовые. Понятно, что страдает кукуруза, соя, культуры более поздние, подсолнечник.